Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов JBR Trend Indicator. Индикатор JBR Trend – это платный трендовый индикатор, разработанный и оптимизированный для рынка Форекс и бинарных опционов. Он применяется для определения направления тренда и поиска точек для входа в рынок. Стоит отметить, что данный индикатор стоит $250, но с нашего сайта его можно будет скачать бесплатно для ознакомления. Индикатор JBR Trend является осциллятором, основанным на скользящих средних, и позволяет определять направление тренда. Настройки индикатора довольно просты и включают в себя параметры скользящих средних, а также некоторые другие дополнительные параметры. Переменная период отвечает за чувствительность индикатора, и если, к примеру, поменять ее на 20, то и индикатор поменяется, что по итогу дает совсем другие сигналы. Но базовый параметр работает неплохо, поэтому вернем его обратно. Переменная Price не вносит никаких изменений в работу индикатора, поэтому ее лучше не менять и оставлять 0. Переменная MA1 период отвечает за период быстрой скользящей средней. А переменная MA2 период отвечает за период медленной скользящей средней. И при желании вы можете протестировать различные периоды и подобрать тот, который подходит именно под вашу торговлю. В этом случае также не забудьте подобрать и переменную период, которая позволит сделать индикатор более чувствительным. Далее у нас тут подсказки о том, как подобрать тип скользящей средней. И значение 0 – это простая скользящая средняя. Значение 1 – это экспоненциальная скользящая средняя. Значение 2 – это сглаженная скользящая средняя. И значение 3 – это линейно взвешенная скользящая средняя. В нашем случае быстрый мувинг у нас – это простая скользящая средняя. А медленный мувинг – это линейно взвешенная скользящая средняя. Теперь, понимая, как работает данный индикатор и как работают его настройки, можно перейти к правилам торговли по нему. Как уже говорилось ранее, данный индикатор является трендовым. Если же вы не знаете, что такое тренд и как по нему работать, то ознакомьтесь с этим в нашем видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Итак, при восходящем тренде линия индикатора находится выше нулевой отметки и окрашена в зеленый цвет, а во время нисходящего тренда линия индикатора красного цвета расположена ниже своей нулевой отметки. И в данном случае можно видеть, как локально преобладал нисходящий тренд, который потом сменился на восходящий тренд. Сигналы для покупки опционов как раз таки появляются в тот момент, когда скользящая средняя пересекает нулевой уровень. Дополнительным сигналом может выступить желтая скользящая средняя, которая также должна пересечь нулевой уровень. Но обратите внимание, что дополнительный сигнал стоит рассматривать только в том случае, если вы используете долгие экспирации, так как в коротких экспирациях данный сигнал ждать смысла нет. Теперь более подробно рассмотрим сигналы для входа в сделку. В данном случае скользящая средняя пересекла нулевую линию снизу вверх, и можно покупать опцион колл с экспирацией в 3 свечи. Дополнительный сигнал появился намного позже, и именно поэтому ранее было сказано о том, что его лучше рассматривать только для долгих экспираций. При пересечении скользящей средней нулевого уровня сверху вниз можно покупать опцион put. Экспирация также используется в 3 свечи. В данном случае дополнительный сигнал был намного быстрее, чем в предыдущем варианте, и его можно было рассмотреть как дополнительную сделку. В заключении хочется сказать о том, что данный индикатор изначально использовался в стратегии, которая называется JBR Trend. Поэтому, чтобы улучшить эффективность данного индикатора, то можно использовать его в этой стратегии. Данную стратегию можно найти на нашем сайте, ссылка на которую будет под видео. В дополнение хочется сказать о том, что никогда не забывайте тестировать все стратегии и индикаторы на демо-счету, а при торговле на реальном счету использовать правила money management и risk management, так как это поможет уберечь ваш депозит от слива. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!